Да твою мать, блядь. Слушай, этих собак тут развелось. Их же когда-то ловили. Так это же надо повторять, а не один раз сделать. Вот сделали один раз и радуются. Так они же размножаются, эти собаки. Все, уже все забыли, что их когда-то ловили. Их сейчас только больше стало, чем было, наверное. Все для нас делают, а мы еще и недовольны. Ну вот так надо ловить, так надо делать это регулярно. Раз в несколько лет. Или они не рассчитывали, что это придется регулярно делать. Да, хороший снег выпал. А если я буду где-то стоять, продавать? Чтобы ходить, людям не мешать еще. Я тебя опоздаю, наверное. Как всегда, всегда опаздываю. Везде и всюду. Все, я иду на троллейбус. Я сейчас капюшон накинул, но неудобно так держать телефон возле уха. Если бы не расчищали, то вообще ходить было невозможно было бы. А вот сейчас для меня, наверное, самое время поторговать в центре на Арбате, потому что я не люблю, когда в куче людей стоять. А сейчас там, наверное, довольно мало людей и практически место свободное, я так думаю. Только вот я не знаю, насчет покупателей вообще смысл есть. Если бы я знал, что он есть, я бы пошел. Но так будет обидно, если меня просто... Короче, не дадут мне стоять вообще. Черт его знает почему. Просто какое-то тупое предчувствие, что такое может быть. Если так будет, я туда припрусь со своими поделками. Если окажется, что это совсем зря было, так будет обидно. Звонок для учителя. Светофор для тракториста. Я вышел на полпути раньше из троллейбуса, потому что вижу, полчаса есть еще, и спокойно могу дойти пешком за эти полчаса. Ключевое слово – спокойно. Спокойно-то я могу, только чтобы ни с кем не делить этот тротуар, еле существующий.
Я спокойно иду, что? Что мне нервничать? У меня под ногами все спокойно. Мягкий снег, по нему приятно ходить, если не спешишь. Да я так и не спешу. Вот тут расчищено, мне тут уже сложнее идти, скользко. Блядь, как я замерз. Так, теперь через дорогу. Лучше с той стороны. Воздух холодный. Себе уже уши простудил. И нос, горло. Это все из-за того, что я разговариваю. На холоде надо поменьше разговаривать. И дышать поменьше. Вот здесь, на этой улице, я себе компьютер купил в магазине. Когда-то тут был такой магазин. Мне ходить-то легко, но просто холодно. Просто холодно, а так что скользко. Снег под ногами, это фигня. Фигня. Как меня иногда бесит, когда руки в перчатках, и экран их не слушается. Так, я мог, в принципе, и по другой улице пройти. Путей-то много здесь. Я не понимаю, какого черта я так часто простуживаюсь в холодное время. Хорошо, холодное, так я уже и летом стал простуживаться. Так вообще никуда, ни в какие рамки не залезает. Даже летом, в жару, я простудился этим летом. Это все стрессы, я так считаю. Ой, какая тупая рождественская музыка. Терпеть ее не могу. Терпеть ее ненавижу. Терплю, но ненавижу. Ой. Как будто фашистская немецкая какая-то. Растирать надо мои перчатки. Постираю, они быстро сохнут. Высохнут на батарее. Много чего есть еще постирать. Но мне так это лень делать, сука. Не, ну я могу мелкие вещи постирать, они легче стираются. Перчатки, носовые платки. Трусы. Носки. Thank you.
трусы, носки. Короче, кому нравится со мной гулять, не переключайтесь и не отключайтесь. Был бы у меня независимый интернет в телефоне, я бы и прямые трансляции такие делал. Но мне впадло платить за интернет, за мобильный интернет. Если что, только ради этих трансляций. В которой даже я не буду экран видеть.